Доброе утро, с вами юрист Николай Попов. Помните, что ваше право можно защитить. Мы с мужем купили квартиру и оформили по 1/2 доли на каждого. Отношения с родителями мужа тяжелые, поэтому я опасаюсь, что если с моим мужем что-то случится, они будут иметь право на долю в моей квартире. Так ли это и как можно себя защитить в этой ситуации? Родители вашего мужа являются наследниками первой очереди, поэтому в случае его смерти они смогут претендовать на долю в квартире вашего супруга. Есть два способа защитить свое право. Первый. Супруг оформляет завещание, в котором предусмотрено, что в случае его смерти все принадлежащее ему имущество переходит вам. В этом варианте есть два слабых места. Во-первых, если родители на момент смерти вашего мужа будут пенсионерами, то они будут иметь право на долю в наследстве, даже при наличии завещания. Это называется обязательная доля иждивенца. Во-вторых, даже если супруг оформит завещание, никто не даст гарантии, что он не поменяет его в любой момент. Поэтому расскажу о втором способе, который гарантированно защитит ваши права. Супруг должен переоформить долю на ваше имя, то есть заключить договор дарения. При этом необходимо составление брачного контракта, в котором указывается, что он не претендует на долю в квартире. Единственная сложность в этом варианте – супруг, которого нужно уговорить отказаться от своей доли в вашу пользу. Задавайте ваши вопросы по телефону, который видите на экране. Также вы можете посмотреть нашу рубрику на сайте 1obl.ru. И хорошего вам дня!